Всем привет, друзья! Сегодня у меня распаковка из моего уже магазина любимого. Сейчас я покажу, что я получила в очередной раз. Начнем с золота. Золотые подвески под золото. Очень красивые. Они продаются по одной штуке. Заказала я две, чтобы сделать сережки. Сейчас я возьму булавочку. Здесь есть петельки, на которые можно прикрепить. Это задник, это перед. Вот так они выглядят. Форма похожа на сердечко. Видите, сзади сердечко. И вот такие они прям объемные. Хочу серьги сделать на цепочке. Длинные цепочки. И чтобы на конце висели эти подвесочки. Большие, прям большие здесь камни, цирконы, наверное, переливаются. Вот такие красивые подвесочки. Они, наверное, только для сережек, я так думаю. Можно на цепочку подвесить, как кулончик. И будет у вас такой кулончик, кто любит совсем минимум, маленькое все. Можно и такой подвесить. Очень красивые. Так, дальше вот такие проставочные бусины. Но они уже в форме, смотрите, в форме звездочки. С одной стороны в стразах, а с другой стороны звездочки. Тоже звездочки выдавлены. Такая выпуклая бусинка. Вот здесь дырочка большая, чтобы подвесить. Проставить можно, видите? И здесь много отверстий сзади. Здесь большие дырочки, а здесь другие. Можно, наверное, и вот так сделать. Продеть в какие-нибудь другие отверстия, я так думаю. У меня кривой штифт и плохо проходит. Но если постараться, можно и так сделать. И вот, ну, короче, вот такие большие два отверстия, куда сажать можно. Вот такие звездочки я две взяла, чтобы тоже пустить в какое-то украшение, проставить между бусин, и уже будет красиво выглядеть украшение. Или даже можно на серьги их пустить. Это уже по вашему желанию, как вы хотите. Вот такая подвеска, коннектор. Я так думаю, что это упаковано, видите, все по одному пакетику. Каждое изделие в пакетике. Вот такие цветочки, три цветочка, они между собой скрепленные. Здесь вот я вижу петелька, за которую можно прицепить. Наверное, можно и на цепочку подвесить. И здесь петелька. И видите, как она хорошо двигается. Можно и так подвесить, и так. И можно, я думаю, сюда подвесить. Просто три цветочка будут на цепочке. Тоже красиво. Вот так сзади выглядит. Красивые. На браслетик можно поставить. Такой браслет из цепочки, который я уже показывала, тоже можно поставить и носить также. Так, дальше. Дальше еще вот золотая
подвеска, кулон. Это уже знак зодиака я выбрала. Знак зодиака. Это близнецы. Так как у меня день рождения в мае, и мой знак зодиака близнецы. Прям золотая. На цепочку подвесить я хотела и носить. Здесь такое колечко вместо бейла. Оно неразъемное. И на цепочку можно любой, наверное, толщины пройдет сюда. Я не знаю. Здесь, наверное, 0,4 миллиметра точно есть отверстие. Красивое. Здесь все в стразиках. И знаки зодиака были все разные. Так что можете выбрать себе свой знак зодиака. Кого заинтересовала такая подвесочка. Так, дальше у нас под серебро я взяла вот такой рог. Рог изобилия. Здесь уже бейлик идет в стразиках весь. Посмотрите, какой бейлик тоже. Можно и цепочку продеть серебряную. Можно украшение с ним сделать. Сзади красиво тоже, посмотрите, все резное, ажурное. И он тоже такой объемный. Не плоский. А здесь все в стразах. Все стразики на месте. Маленькие. Может быть, и цирконы даже. Но красивый. Рог красивый. Так, дальше вот такой замочек, черный замочек, но он уже в белых стразиках, тоже брала для черных украшений, для с черной фурнитурой совмещать. Здесь хорошая петелька, так не петелька, на что нажимать, открывать. Очень удобная такая застежка. Пальцем хорошо нажимать. И белые такие, смотрите, стразы. Колечко тоже здесь все в стразиках. И с двух сторон стразики идут. Хорошая такая застежечка, красивая. Я думаю, впереди ее поставить. И к ней еще можно прикрепить любой кулончик. И будет уже украшение впереди. Хороший замок. Так, дальше вот такое сердце красивое. Я не ожидала, что оно такое большое. Прям видите, как лежит на руке у меня. Размеры будут все на экране. Увидите размер сердечка. То, что он не легкий, такой имеет вес. И здесь есть отверстие. Вот оно. Вот оно отверстие, куда можно прикрепить его как кулон. Или где-то сбоку прикрепить, украшение делать. Можно сбоку прикрепить, если бусы делать. Одно такое сердечко. А здесь уже кулон подвесить. У меня много уже с такими стразиками фурнитуры. И можно подобрать бусину такую же, подобную, круглую, сбоку повесить. А с другого бока сердечко уже будет украшение, заиграет с такой фурнитурой. Оно переливается красиво. Очень мне понравилось сердце, красивое, да. Дальше идет кулон-подвеска. Но тут цвет какой красивый. Он на солнце играет. Посмотрите, какой цвет фуксия внутри. Тоже все в стразиках. А здесь уже синие стразики. Синего цвета. О, посмотрите, как переливается. Бейл уже был с ним. Здесь белые стразики.
И вот такой вот. Такой большой бэлик. Тоже будет украшение красивое. Я думаю, найду такие камни или что-то, рондели красивые, подобрать цвет. И когда делать украшения, можно пропустить такого цвета рондели поставить. Ой, красиво переливается. И в цветах был, по-моему, и в желтом, и в золоте, и в серебре. Ну, там уже, по-моему, цирконы были разные. Очень красивый кулон. Так, как он сзади у нас выглядит? Вот так он выглядит сзади. Украшение будет красивое. Обязательно сделаю с таким кулоном украшение. Так, и дальше. Посмотрите, какие бусины огромные. Я не ожидала, что они такие будут гигантские прям. Посмотрите. Наверное, 2 сантиметра. Будут сейчас размеры на экране. Посмотрите размер. Сейчас посмотрим. Вот здесь отверстие. Я думала уже тоже, почему я зеленым заказала. У меня будет украшение красивое с зеленым камнем. Я хотела такую бусину впереди пустить. Да, будет красиво посередине ее пустить и зеленые камни подобрать. Черную фурнитуру также подойдет сюда. Замочек вот такой. Здесь тоже видите, где зеленый камушек, белые стразики. И такой замочек пустить будет красиво. Очень интересное украшение получится с бусиной. Ну а кто любит большие бусины, очень красиво будет смотреться, я думаю. И 2 можно сделать по бокам где-нибудь. Но это уже на ваш вкус и цвет. Я такую бусину, например, впереди поставлю. Одну, как кулон. Будет у меня такая бусина. Шикарные бусины. Я думала, они поменьше размером. Такие прям шары большие. Так, и последнее. Последнее тут кулончик. Какая-то записка мне пришла. Я даже не знаю, что тут написано. Что мне написали. Ага. И все по-английски. Конечно, я потом переведу, посмотрю. 7-15 дней. Но посылка эта пришла за неделю, наверное. За 7 дней. Вот надо почитать, что мне Жуков отправил. Так, ладно, прочитаем, переведем. И вот такая подвесочка. Такую подвеску я брала уже в черном цвете. Сейчас я ее найду. Я уже делать начала украшение. Так что скоро у меня будет красивое украшение. Вот я брала вот такую овальную с зеленым камнем. Посмотрите, как будет красиво. И эту бусину я пускаю в это украшение. А здесь уже металл более светлый идет под серебро. Здесь она плоская, как и эта же плоская, только отличается цветом и формой. А также зеленый камень в серединке. Здесь круглая, здесь все овальное. Очень красивая подвесочка. Так что у меня будет, наверное, несколько украшений получится. Зеленым камнем. Вот такая подвеска. Вот такие были товары у меня сегодня. Если вам что-то заинтересовало, понравилось, можете выбрать. Все ссылочки будут под видео. Так что выбирайте. Желаю вам хороших, выгодных покупочек. Если вам понравилось видео, поставьте мне лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы приходили вам уведомления. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока!